Починаємо наш денний ефір на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. І давайте привітаємо нашого гостя сьогодні. До нас прийшов Любчак Михайло, рентгенолог медичного дому «Одрекс». Поговоримо ми про променеві дослідження організму. Погляд рентгенолога. Він якийсь особливий, напевно, так? Доброго дня. Отже, у чому полягає основна задача вашої роботи? Ну, основную задачу врача-рентгенолога можно описать как планирование, проведение и интерпретация исследований. То есть я думаю, что в эти три шага вкладывается как бы большая часть нашей работы. Не считая ответов на телефонные звонки постоянные, конечно. Так, пояснення. Так, за телефоном теж буває таке, що треба. Да, безусловно. То есть мы коммуницируем целый день, и это занимает достаточно приличную часть рабочей смены, то есть общение и с отделениями, и с отдельными врачами. Иногда с пациентами через кол-центр. То есть, да, это действительно так. Розшифруванням якої діагностики ви займаєтесь? Ну, лично я как бы занимаюсь и МРТ, и КТ, и у меня есть опыт и по рентгену, и по маммографии, но на данном этапе, конечно, в большей мере я занимаюсь именно МРТ-исследованием. Розкажіть подробніше про МРТ взагалі. У чому особливість та які пріоритети в ньому? Ну, скажем так, многие воспринимают МРТ-діагностику как, не знаю, последнюю инстанцию, последний этап, но, наверное, так говорить неправильно. То есть каждый из диагностических методов, он имеет свои преимущества и недостатки, и, безусловно, это относится и к МРТ в том числе. То есть есть задачи, для которых МРТ подходит лучше, чем остальные методики. Есть, конечно же, ситуации, где МРТ им уступает. В принципе, МРТ можно отнести на сегодня к достаточно безопасным методам исследования человека, да, по сравнению, если сравнивать его с лучевыми там, исследованиями, да, то есть с исследованиями, использующими ионизирующее излучение, такими как КТ или рентген, то, конечно же, на МРТ пациент никакой дозы не получает. В этом, безусловно, его преимущество. По комфорту, ну, тут, скажем, достаточно индивидуально. То есть одни пациенты переносят хорошо и могут даже поспать. Да, другие пациенты, конечно же, жалуются, может быть, там, на вибрации, высокий уровень шума. У пожилых людей бывает, кружится голова во время исследования, может даже подняться давление на нервной почве. То есть комфорт варьирует, можно, скажем так. Да, 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 можно испугаться, клаустрофобы, опять же, не будем забывать о них, да, то есть... А як працює МРТ? Ну, сам по себе принцип работы, его, конечно, очень тяжело, наверное, будет описать в рамках даже этой передачи. То есть, но если так свести все к основным этапам, то это в первую очередь большой магнит. Да, то есть основу МРТ-аппарата составляет очень мощный магнит, сила которого в десятки тысяч раз превышает силу магнитного. Можливо, розшифруємо одразу ж МРТ? Як это магнитно-резонансная томография. Так. То есть там обязательно должны присутствовать как минимум два явления. Это магнит, да, и резонанс. То есть сам магнит в МРТ, он очень мощный, то есть он несколько десятков тысяч раз мощнее, чем магнитное поле Земли. Пациент помещается туда во время исследования, и телу пациента передаются специальные импульсы, то есть электромагнитные импульсы. В ходе вот этого исследования возникает взаимодействие с протонами в теле человека. И путем передачи импульсов эти протоны переводятся в возбужденное состояние. Но это состояние, оно не вечно. Да? То есть они в конечном счете все равно возвращаются к исходному своему состоянию, отдавая энергию. И, собственно, здесь происходит процесс получения информации. То есть вот эта энергия, которую протоны после возбуждения отдают обратно, она регистрируется так называемыми катушками. Это регистрирующие элементы в аппарате МРТ. И в ходе вот этого сложного взаимодействия многоэтапного, да, то есть этапов там намного больше на самом деле, просто мы не будем их упоминать сейчас, мы получаем информацию и сигналы от разных частей тела человека, и затем эту информацию уже можно обрабатывать, интерпретировать. То есть вы майже сами відповідають, так, про то, что за ними там відбувається? По сути, да, то есть мы получаем хвилі, спектр, да? Сигналов, и зная норму, и зная отклонение от нормы, вариации нормы, а также зная изменения при патологии, врач-рентгенолог в состоянии сделать свою интерпретацию, правильно интерпретировать эти полученные изображения, сигналы и, соответственно, выставить диагноз, да, ну, рентгенологический диагноз, который затем уже идет
дальше в роботу і з которим працюють врачі-клініцисти. Я тепер зовсім по-іншому буду дивитися на МРТ. Знаєте, наче він такий спосіб спілкування із нашим організмом взагалі. По суті, так. Так, перекладач на нашу мову для лікаря якраз те, що треба. Які є протипоказання до променевої діагностики і МРТ, можливо, також? Чи є вони взагалі? Противопоказания конкретно для МРТ можно разделить на абсолютные и относительные. Но это так, как их делят в классификациях. Да? То есть к абсолютным, конечно, относится на сегодняшний день, с учетом того, что это очень мощный магнит, то, естественно, если в теле человека находится какое-то электронное устройство, а особенно если это устройство как-то связано с жизнеобеспечением или с регуляцией сердечного ритма, то есть, ну, допустим, кардиостимулятор, то такое устройство, конечно, в сильном магнитном поле просто рискует выйти из строя. Технологии не стоят на месте, и, конечно, кардиостимуляторы тоже развиваются. И уже есть модели, которые обладают, скажем так, возможностью работы в некоторых аппаратах МРТ. Но, опять же, это все нужно рассматривать в каждом конкретном случае. То есть должна быть специальная маркировка на от производителя, да, на коробке, скажем, от кардиостимулятора, и пациент должен эту информацию предоставлять, то есть должны быть серийные номера, которые мы проверяем по базе совместимых устройств. Если оно совместимо, тогда, конечно, мы можем проводить это исследование. В противных случаях лучше от этого воздержаться, это чревато. Так, якщо є у людини кардіостимулятор, так, все ж таки, да. Протез чи імплант, чи можуть їй зробити діагностику, і взагалі, чи проводять якесь інше дослідження? Ну, как мы уже и сказали, да, то есть есть абсолютные, есть относительные противопоказания. В принципе, с металлическими имплантами большая часть имплантов, которые изготавливаются из хирургической стали или изготавливаются из титана, они совместимы, то есть они не претерпят никаких изменений в томографе, они никак не повлияют на тело человека. Исключение составляет лишь металл, который обладает какими-то вот ферромагнитными свойствами, который может магнититься, менять свое положение в сильном магнитном поле. То есть, ну, как пример, можно привести там какую-то стружку, которую человек загнал себе под кожу и забыл о ней. То есть она может нагреться, она может в некоторых случаях даже сместиться, она может вызвать повреждение либо ожог кожи. То есть, конечно, нужно очень хорошо, очень тщательно расспросить пациента, и врач-рентгенолог на основе всей имеющейся информации доступной, да, и опять же, там, знаний и опыта, он принимает уже в каждом конкретном случае решение таким образом, чтобы оно было для пациента безопасно. Розпитати, тобто ви маєте на увазі, людина має знати, де які травми були, згадати, конечно, де та стружка, якщо вона да. є. Так? Ну, бували случаи, когда пациент приходил с кардиостимулятором, и когда лаборант ну, переодевал его да, для исследования, то есть готовил, он говорит, что, ну, то есть лаборант сообщает рентгенологу, что посмотрите, у пациента есть шрам. Ну, когда уже начал расспрашивать его, то оказалось, что у пациента стоит кардиостимулятор, о котором он забыл упомянуть, потому что он не считал это какой-то серьезной операцией и не прочитал анкету, которую мы даем пациентам, которую они обязаны, в принципе, читать. Да? То есть пациент просто как бы отнесся немножко халатно к этому процессу и посчитал, что это не важно. Mm-hmm. Естественно, исследование не проводилось, потому что кардиостимулятор был несовместимым, это было для пациента опасно. У чому різниця між МРТ закритого та відкритого типу? Наверное, основная разница это в архитектуре, закрытый-открытый. МРТ открытого типа, они, конечно, более комфортные для пациента, но тут не бывает абсолютных преимуществ. То есть в угоду комфорту идет диагностическая возможность аппарата. Обычные МРТ открытого типа, они обладают более слабым магнитным полем, и, ну, картинка, если можно так выразиться, она отличается, конечно, на закрытых и открытых аппаратах. Но в открытых аппаратах пациенту легче провести большее количество времени, потому что там сама, как бы, апертура, да, то есть гентри этого аппарата, она имеет не цилиндрическую форму, а она имеет такую, как бы, форму с пространством по бокам. То есть пациент находится между компонентами аппарата, и сбоку есть пространство. То есть психологически так, конечно, намного комфортнее. Але я знаю, що іноді можна для МРТ закритого типу навіть наркоз ввести, да, дати людині поспати. Тому що МРТ скільки за часом триває?
по-різному, так? Да, але оно, да, можна оно, і довгий час. Воно да, варіює від центру к центру, варіює від дослідження к дослідженню, тобто время. Є стандартні часові проміжки, які, в принципі, наверное, где-то вже устаканились во всіх центрах. Это в среднем там 10-15 минут на какое-то очень простое исследование, то есть там МРТ-исследование головного мозга без какого-то введения контрастного вещества, то есть просто скрининговое исследование, да, оно идет порядка там 10-15 минут. Но исследования, которые идут дольше, идут там 40-45 минут, безусловно, если пациент клаустрофоб и ему показано действительно проведение МРТ, и это исследование нельзя заменить ничем другим, конечно, стоит рассмотреть возможность седации. Тогда пациента действительно сидирует, он может спокойно находиться как бы в состоянии медикаментозного сна все эти 45 минут и не испытывать каких-то неприятных ощущений. Про рентгенообладнання є багато різних думок, так, зокрема про безпеку, от які є апарати безпечними, які ні, і як часто взагалі їх можна проводити, ці процедури? Да, вопрос, это, наверное, самый частый вопрос, который мы получаем от пациентов, да, безопасно ли это, так. Там, сколько, какое излучение, какую дозу излучения я получу, как это повлияет на мой организм. МРТ, опять же, как мы сказали в самом начале, оно относится к нелучевым методам диагностики, пациент там не получает дозы. Да, пациент находится под влиянием электромагнитных полей, да, то есть, но пока что это все считается безопасным. То есть каких-то данных за вот весь период эксплуатации аппаратов МРТ, указывающих на то, что магнитное поле как-то негативно повлияло на человека в долговременной перспективе, пока мы не получили таких данных. И не можно сказать, да, як часто взагалі це можна робити? Щодня, там, якщо треба, ну, чи ні? Как бы необходимости делать это ежедневно, конечно же, никогда не бывает. Пациенты, бывает в Украине, что пациенты пытаются назначить себе исследование самостоятельно или там прочитал в Гугле, пришел. Так делать не стоит, то есть любое исследование должно быть обосновано, и КТ, и МРТ, и рентген, и УЗИ, оно все должно иметь под собой какую-то почву, и в первую очередь оно должно идти не от пациента, оно должно идти от врача. Не от доктора Гугла, да? Да, да, точно не от доктора Гугла. А, конечно же, если сравнивать МРТ с лучевыми методами исследования, такими как компьютерная томография и рентген, то там, конечно, все намного строже. Там ионизирующее излучение и... Естественно, если им злоупотреблять, то это копеечка в копилку возможного развития онкологии. Это очень серьезно на самом деле. Тобто треба берегтися і слідкувати за своїм здоров'ям, так, і взагалі слухати те, що говорить лікар. Конечно, то есть все должно идти, все исследования должны идти именно от доктора. Ну добре, люди у безпеці, а лікарі, ви ж маєте там знаходитись постійно, цілодобово іноді, так? Чи є якийсь режим, наприклад, так, і як ви себе захищаєте? Ви та медсестри? Ну, начнем з того, що немножко вже ситуація з безпечністю врачей, вона теж змінилась, і, скажімо, це не рентген-апарати там столітньої давності, де врач дійсно получав дозу, знаходясь рядом. То зараз більша частина апаратів, вони, скажімо, екранірувані, точніше, доктор екранірований від них теж. Специальными защитными покрытиями на стенах, то есть, там, допустим, в случае с КТ, это может быть баритовая штукатурка, это может быть просвинцованное стекло или там тяжелая металлическая дверь, которая не пропускает ионизирующего излучения. И находиться при работающем аппарате в пультовой, контролируя ход исследования, для доктора безопасно. Другое дело, когда там речь идет об интервенционных процедурах, то есть, когда доктор выполняет какую-то биопсию под контролем КТ и вынужден находиться во время облучения, во время действия аппарата, да, рядом с пациентом, тогда, конечно, доктор вынужден себя защищать средствами индивидуальной защиты, то есть это специальные просвинцованные фартухи, специальные накладки для щитовидной железы, очки, там, перчатки и так далее. То есть действительно есть набор средств, но основная диагностическая часть работы, она на сегодняшний день для докторов безопасна. А сколько часу займает одно исследование? На МРТ, опять же, если это не какое-то несложное исследование, это 10-15 минут при полном комплаенсе пациента. Потому что, конечно, если пациент начнет двигаться, шевелиться, все затянется. А так, да, это 10-15 минут неосложненное какое-то исследование, простое. И в случае с контрастными исследованиями это может достигать 45 минут, час. Ну, добре, ми говоримо про те, що людина має не рухатися, а от діти. Ну, як ти дитині скажеш 15 хвилин лежати? Якщо доросла людина прийме за щастя відпочити, так, полежати трішечки та не рухатись, то дитина, що з нею? З дітьми... Малюки взагалі. Да, то есть з дітьми, звісно, якщо це діти там, до 5 років, до 6 років, договоритися з ними практично невозможно. Так. Вони...
ну, маленькие дети, там, годик-два, они в принципе не будут там лежать, им страшно, и много шумов, звуков, вибраций, конечно же, они начинают кричать, двигаться, нас это совершенно не устраивает. В этих случаях рассматривается вопрос медикаментозного сна, опять же, как и с пациентами-клаустрофобами. То есть, ну, конкретно в Одрексе есть детские анестезиологи, которых мы приглашаем, они проводят, собственно, всю эту процедуру погружения ребенка в медикаментозный сон, и дальше мы уже работаем с ребенком как бы, так, как нам нужно. Да. С детьми постарше, то есть там, начиная там, от 5-6 лет, когда ребенок понимает, когда с ним можно договориться или, там, не знаю, выторговать у него в обмен на что-то, да, этот комплайенс, который нам необходим, то, конечно, в этих ситуациях мы стараемся обойтись без наркоза. У чому ще є складність вашої роботи? І взагалі, як ви стали на цей шлях, скажімо так, як ви обрали свою спеціальність? Ну, в моєму випадку це був достатньо осознаний вибір. Ну, я знаю, що практично більша частина випускників медвузів, вони хочуть бути хірургами, гінекологами, ким угодно, але не рентгенологами. Но в моєму випадку це був осознаний вибір, тому що це мені це тоді казалося цікавою спеціальністю, яка требує і аналитических навыков, и это интересно, то есть это распутывание каких-то сложных случаев, это диагностика, это совершенно другой подход к медицине, да, то есть это и пересечение с IT-сферой во многом, и с какими-то новыми технологиями, и сама по себе специальность, она развивается, она очень интересная, то есть представление о том, что это какая-то скучная работа, где человек сидит в темном кабинете и смотрит на рентген-снимки, в корне неверно. То есть действительно это очень интересная работа, если в нее погрузиться. Складність, не жалію, напевно, да. Не жалію, напевно, да. У тому і полягає, що це дуже цікава робота, і треба в неї занурюватися. Да, то есть она действительно требует большого количества самоотдачи, чтения, постоянного развития. Ну, наверное, все специальности требуют постоянного развития, но я как рентгенолог, естественно, говорю о рентгенологии в том же ключе. И, конечно же, нужно много читать, нужно много смотреть. То есть, ну, я не знаю, если статистику, наверное, как поднять какую-то статистику, то в среднем интенсивно работающий рентгенолог, он в год может описать и 8, и 10 тысяч исследований. Да? То есть это достаточно большая цифра, достаточно большой объем информации и большой объем анализа проведенного. Соответственно, обучение идет тоже семимильными шагами. Ну и это специальность, где человек может, в принципе, сам себя создать как специалиста. То есть работая, развиваясь, человек может, в принципе, достичь желаемого результата. Это очень, да, очень интересно, очень мотивирует. Дякую вам за вашу роботу і за те, що завітали до нас. І хочу нагадати, в гостях у нас Любчак Михайло, рентгенолог медичного дому «Одрекс». Поговорили ми про променеві дослідження організму, погляд рентгенолога. Дізналися ще раз. Дякую вам. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого.